в целях повышения профессионального и интеллектуального потенциала женщин и девушек, подготовки их к руководящей должности, организованы краткосрочные курсы в Академии государственного управления при президенте Республики Узбекистан. Для участников данного курса была организована встреча в Генеральной прокуратуре, в ходе которой они были ознакомлены с работой, проводимой в области защиты прав и интересов женщин. Какой должна быть женщина-лидер? В первую очередь обладающей чуткостью во взаимоотношениях с людьми, поскольку присущий ей социальный интеллект позволяет улавливать самые различные нюансы в напряженных ситуациях, помогая нивелировать их или правильно разрешать конфликт в случае его возникновения. Именно на этих аспектах был сделан акцент в ходе встречи с участницами краткосрочных курсов по подготовке женщин-лидеров в системе Академии государственного управления при президенте Республики Узбекистан. Этот курс нам дал очень много знаний, опыта. Как говорят женщины, твое место на кухне, мне кажется, это уже в прошлом. Мы хотим доказать, что женщина может руководить не только семьей, но и организацией, коллективом. Например, я поставила себе цель, я знаю 3 языка, и теперь мне хочется выучить английский язык. Я ставлю себе стратегию, и я должна идти по этому пути. Я хочу поделиться этим опытом с другими своими коллегами. Целевой аудитории даются четкие установки по повышению ее политико-правовых знаний и управленческих навыков, развитию лидерских качеств. Большой интерес вызвала информация о деятельности отдела по надзору за исполнением законодательства в сфере обеспечения прав женщин и их защиты от притеснений и насилия. Для тех женщин, которые в будущем хотят стать руководителями, это мероприятие послужило большой мотивацией. Все чаще женщины задумываются о карьерном и личностном росте, получают дополнительное образование, чтобы быть успешными и конкурентоспособными. Программы и мероприятия направлены на усиление роли женщин в социально-экономическом развитии страны и общественно-политической жизни, мы и обсудили на организованной встрече. Я очень рада, что у нас есть такая возможность найти свое место в обществе. Мастер-класс, организованный представителями Генеральной прокуратуры, был посвящен требованиям, предъявляемым к современным руководителям, быстрому решению проблемных вопросов, возникающих при выполнении поставленных задач.